Приветствую всех любителей натуральных камней. Снова с вами я, Дмитрий, и сегодня я расскажу вам о камне-талисмане 2021 года – цитрин. Цитрин – это камень сильных мира сего. Лимонно-желтый самоцвет часто украшал атрибуты вельмож – короны, диадемы, ожерелья, перстни и многое другое. Цитрин – это очиститель ауры и минерал, который помогает хозяину восстанавливать силы. Цитрин – это солнечный камень, а солнце, как известно, дает силу и энергию всему живому. Именно благодаря своей мощной энергетике он способен приносить в жизнь обладателя положительные изменения. Этот камень помогает быть собраннее, он имеет строго защитные функции, он повышает внимание, улучшает память и защищает сознание владельца от сомнений и депрессий. Он помогает защищать биополе от энергетических вампиров и людей, которые негативно настроены по отношению к владельцу данного камня. Носить этот камень можно везде, где вам будет угодно. Можно положить его в карман, сумку или кошелек. Чем больше он пребывает рядом с вами, тем крепче будет его хватка, тем сильнее будет его воздействие. Время от времени он дарит владельцам новые силы, когда те уже на исходе и требуется финальный рывок. Натура цитрина такова, что минерал не различает людей по характеру. Он помогает добрым и злым людям с чистыми намерениями и аферистам одновременно. Цитрин оберегает вас и вашу семью от болезней и страшных бед. Талисман привлекает достаток и изобилие в ваш дом. Помогает вам сохранять красоту и привлекательность на протяжении всей вашей жизни. Усиливает интерес к вам со стороны противоположного пола. Нельзя подставлять украшения прямым солнечным лучам. От них самоцвет выгорает. Поэтому украшения не рекомендуют носить на пляж или в солярий. Очищают минерал прохладной чистой водой, без добавления мыла. После мытья украшения нужно насухо протереть мягкой тряпочкой. Цитрин – удивительный камень, редкий по своей природе, самоцвет станет верным помощником и изысканным дополнением к вашему образу. А на этом у меня все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать все наши новые видео. Всем пока!